Я рад приветствовать вас всех здесь, на открытии после капитального ремонта офиса врача общей практики. Для Калмыкии фельдшерские акушерские пункты, ВОПы – это, наверное, одно из основных направлений в развитии нашего здравоохранения. 2/3 населения республики у нас проживает на селе. И, конечно же, образование детишек. Здоровье наших с вами земляков на селе – это приоритет работы правительства. Как известно, буквально недавно приоритетом в развитии здравоохранения, развития сетей фельдшерско-акушерских пунктов был заявлен и главой нашего государства, президентом страны Владимиром Путиным. Слава Богу, нам удалось сохранить в основе своей сеть ФАПов, ВОПов по всей республике. Теперь, конечно же, задача стоит другая. Задача стоит отреконструировать, капитально отремонтировать и, конечно же, оснастить современным медицинским оборудованием. Но любое медицинское оборудование, любые лекарственные препараты мало чего стоят без наличия кадров. Это на сегодняшний день мы признаем это серьезные проблемы населения. И не только здесь, в Целинном районе, во многих других районах нашей Калмыкии. Вчера, встречаясь с активом вашего Целинного района, я обсуждал эту тему вместе с вашими земляками, с нашими земляками, и говорил о том, что мы в правительстве сегодня прорабатываем тему поддержки, государственной поддержки врачей общей практики, фельдшеров, для того, чтобы у них был стимул приезжать работать в таких фельдшерско-акушерских пунктах, в офисах врачей общей практики. Это, конечно же, в первую очередь единовременное денежное пособие, серьезное денежное пособие. И, безусловно, на период заключения контракта мы планируем сделать эту помощь постоянно. Мы не готовы сегодня определить сумму, но она будет достаточно существенной. Это будет дополнительное вознаграждение, ежемесячное вознаграждение для фельдшеров, для врачей, которые примут для себя решение ехать на село. За главами районных муниципальных образований, сельских муниципалитетов, конечно, остается еще одна немаловажная составляющая – это предоставление бесплатного жилья. И не только жилья, а на селе это очень важно. И приусадебного хозяйства, доведение приусадебного хозяйства, выделение земли для сельхозназначений. И, конечно же, может быть, в дальнейшем, или вернее даже в начале труда в населении, поддержка скотов, что для нас очень-очень важно. Я рад, что сегодня жители поселка Харбулук, Журака, Бургусы получают качественно новые возможности для получения новой современной медицинской помощи. Тем более, вы знаете, у вас в Целинном районе мы пошли на реформирование, ну, если так можно выразиться, может быть, это слишком громкое слово, ну, на оптимизацию системы здравоохранения. С сегодняшнего дня здравоохранение Целинного района, в данном случае вот поселка Троицкий и всех других учреждений здравоохранения, подпадают под категорию подчиненности, если или же взаимосвязи с республиканскими учреждениями здравоохранения и городскими учреждениями здравоохранения. Это, безусловно, новые возможности. Новые возможности и для работников здравоохранения, то есть врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и, конечно же, в первую очередь для жителей Целинного района. Я думаю, вот то, что мы начинаем сегодня в Целинном районе, это в самое ближайшее время, подчеркиваю, в самое ближайшее время, положительно скажется на здоровье, соответственно, на безопасности жизни наших с вами земляков. Я рад сегодня поприсутствовать вместе с вами здесь, пусть на маленьком, но таком очень важном мероприятии, празднике. И хочу пожелать всем крепкого здоровья, жителям Целинного района, всем-всем, кто когда-нибудь обратится за помощью в ВОП или ФАП Целинного района. С праздником вас, дорогие друзья!